Разве сегодня праздник? Мама, это деревня. Здесь каждый день праздник. Чувствуете, какой воздух? Эх, мама! Сплошной кислород. Вдыхайте, мама, вдыхайте. Я в поезде так трещу. Мама, мы не в поезде, мы уже приехали. Мам, сориентируйтесь. Степан! Вот, как говорится, и мы приехали погостить. Город, он, знаешь, как-то выматывает. Да и врачи рекомендуют, особенно маме. Ну! Эх, Степан! Вот и мы! Вот ты! Кто это? Это Степан, мама. Редкое имя? Мама, здесь не редкое, это деревня. Мам, сориентируйтесь, а! Мама, сориентируйтесь. Ректерия, знаете, у меня складывается такое ощущение, как будто бы вот вы нам как-то не до конца рады. Вы получали мою телеграмму? Получили. Ну! Вот она, ваша телеграмма. Мама, сориентируйтесь. Приезжайте пожить. Минахим с мамой. Не приезжайте! Не приезжайте, а приезжаем! Сынок! Мама, сориентируйтесь! Я не знаю, что у вас, я знаю, что я писал. И потом я получил от вас ответ. Спасибо! Век не забудем! Семья Тевье! Вы это писали? Ну? Что ну? Сынок! Минахим, вы нормальный или нет? За что написано? Спасибо, мама, сориентируйтесь! Как за что? Я думал, за то, что мы... Приезжаем. Господи! И ты хочешь, чтобы я молчал?